Так, ну что, смотрим на красавцев. Какие они приехали все красивые. Ой, а чубы какие. Ой-ой. Какие? Петушиные. Петушиные чубы? А что вы такие чубы оставили? А зачем вы ездили? Там не видно, вообще не парикмахерскую. Филипп. А ладно, по мне не видно, что я подстриг. Нет, вообще нет. Как был заросший, так вот и остался. По мне, я был заросший и остался заросший. Почти нету, да. Да у него больше видно, чем у меня, поэтому не надо. Да а что вы там делали, не пойму я? Я деньги тратил. А-а-а, понял. Ну ладно. Как говорит наша мама, богатенькие буратино. Богатенькие буратино вы. Понятно, богатенькие буратины. Окей. What else do I have in my right pocket? $5 bill. Wow. Beautiful. Handsome, pristine, very crumbed up. Very nice. What else do I have in my right pocket? Nothing. Wow. This is where the episode ends. Yeah. Today is February 25th. Yeah. Okay. Sure. Okay. That was good. That was real good. Это ты к чему, Семен? Просто все эти вещи потом окажутся в стиральной машинке. Маме тоже надо делать эпизод на сегодняшнем дне. Что мама находит в стирке? Мы все тут, это вопрос. Никто мне деньги недавно не терял в машине? Я теряла. Сколько? Не знаю. Я кто-то деньги потерял в машине, не знаю кто. Сколько? Сколько ты мне скажешь? Ну ты скажи, сколько ты потерял? Скажи, и я тебе скажу, если это был я или нет. Никто не знает. Деньги потерял никто недавно. Кэш. Я потеряла 20 долларов. 20 долларов? Где? Сиди с кодом, смотри. Ну, сколько ты денег там нашел? Ну, я ездил там, вспоминай просто. Ну, у Филиппа я уже спросил, он говорит, что он не терял. Сколько денег ты там нашел? Гарантия. Я хочу узнать, просто но я тебе скажу, если это было. Никто не знает. 20 долларов у меня в машине, которые туда попали, да. У меня там копилка, Никита, там копилка, может быть. I just have cash in my pockets a lot of times when I go to hang out with friends. Just doesn't prove anything. Anybody, any other takers? Just so that if Jaden is there and you know it's like. If there's something stupid to do, he has something. Блин, давайте 20 долларов. Ладно, так что бы я дам тебе сюда. Это... Чемпион. Я надеюсь, ты меня не надул. You got scam. Никита, Семен, притащите кресло. Притащите кресло, мальчики. Да. Вот еще, значит, еще кресло появилось. Кто говорил, что мы не уместимся тут? Мы там уперлись. Любовь. Братская. Stop it. You think you can slap me and get away with it? Your older brother. Let me know when you come. У нас пока не лучше отпустить. Да лучше отпусти, не надо. Отпусти. Отпусти. Сына. Если много смеяться, потом начинаешь плакать. Я не смеялся. Да, он не смеялся. Вообще, что Серега, за это время было? Смольс, I love you. But you can't be on this couch. But I love you. Sandwich method. Good, good girl. Good job. Молодец, Морс. Она умная. Is there a special snack for her? I love that. Yeah, I feel like she deserves a special snack. Go give her a Видите, special что snack. Кресло сюда подходит. Подходит, да? Where's the special snack? She grew on me. Where's the special snack? Мам, где вот эти ее кут? Уже нету. Мама... We love you, Morris. Мама ей слишком много special snack накормила. Я That's просто давно не была так, чтобы в фаунд-прайсе поискать там, чтобы дешево. Взять. Так, тут девочки появились. Девушки.
Ну присаживайтесь, девочки, у нас, есть, конечно, мужское такое. Why? У нас есть. Куда? Так, ну что, Семен он ведь толкает этого веса. Утро начинается с джима. Сегодня нашему малышу Назарчику 18 лет стукнуло. И папа приготовил вот праздничный обед. Праздничный обед, обед от папы. Смотрите. Да, папин обед. Сало, селедка. А сгущенка-то тоже, пап? Это не мое. Это осталось от предыдущих. Серый хлеб. Граждан. Хрен. Присаживайтесь. Еще салатики. А, ну ладно, ладно, ставлю это. Пошел в магазин и скусился. А это уже не от папы. Это такое, это сладости там. Тортик там. Это покажем потом. Где наш? Так, где именинник? О, смотри, реакция у Семёна. О, что ты там обрадовался? Ну, понравилось тоже, папа. Сына, чему ты обрадовался? Булочки с маком. Булочка с маком. Пару штучек мы тоже взяли. Пару булочек с маком. Сына, давай заканчивай разговаривать. Мы тебя ждем. Вот этому малышу у нас сегодня... 18 стукнуло. Все, уже да, не ребенок. Да. Толь, да тот стучит. Так, стоп. Никита. Что? Знаешь, что я теперь могу? Это что значит? А он уже не ребенок, можно узнать. Можно бить его, да? Бить, да. Его попробуй побей. I hit back. Так, ну что? Вот. И Росерда приехали. Привет. Привет. Сейчас будем чай пить. На самом деле, день рождения Назара будет опять позже. Да, ой-ой-ой, Назар. Молиться. Да. Каяться, да, в смысле? Нет, говорит, ты будешь закрывать нас, потому что, говорю, у тебя такой рейктон. Ну, дядя, он даже научился читать по-русски. А ну-ка, смотрите. Америка, Петербургский, кондитеры. Yes, там написано фабрика петербургский кондитер. Он прочитал это. Вау, Эра. Давай. Ну все. Читать уже умеет. Читать умеет по-русски. The Russian marshmallows. Такой тортик мы купили. Сказали нам, что тирамису называется. Ты уж не снимай процесс, как я вытаскиваю. Когда снимешь, в этом же есть прикол. Сейчас, знаешь, как тут фокус спросим, как дергаешь скатерть. Не удастся, да? Скатерть. Насколько это в твоей жизни? Вот так. Хорошо. Ира, серьезно. All right. There you go.